Настройка мультикасания в айфоне. Для того, чтобы получить результат многократного прикосновения к экрану вашего сенсорного телефона, всего при одном касании, необходимо зайти в настройки. Далее выбираем пункт «Универсальный доступ». Далее пункт «Касание». Далее функция Assistive Touch, ее необходимо включить. Далее находим пункт «Создать новый жест». Касаемся экрана столько раз, сколько точек прикосновения необходимо выполнить, но не более 10. Затем нажимаем «Сохранить» и вводим название нового жеста. Например, «Мульткасание». Теперь покажем на практике, как с выгодой использовать созданный пользовательский жест «Мульткасание». Например, в популярной игре «Hamster Combat» по-простому «Хомяк» в мессенджере Telegram. Чем большее количество раз ты коснулся экрана, тем быстрее и больше монет ты заработал. А даже эти виртуальные монеты затем возможно будет превратить в настоящие деньги. Кстати, если ты тоже хочешь зарабатывать денежки сидя дома и играя в игру, пройди по нашей ссылке, размещенной в описании под этим видео. При включенной функции Assistive Touch, что переводится как «вспомогательное прикосновение», на экране появляется вот такая точка, с помощью которой ты можешь активировать или отключить созданный пользовательский жест многократного касания экрана. На практике это выглядит так. Коснись этой светлой точки и выбери пункт «Пользователь», а затем коснись названия созданного тобой жеста «Мульткасание». На экране появится созданная тобой маска точек многократного прикосновения к экрану. Перемести ее в нужную зону экрана. Затем просто коснись всего один раз, а на самом деле произойдет многократное прикосновение. Существенная экономия времени для зарабатывания еще большего количества денег в игре «Хомяк». Ну, и в конце о том, как удалить созданный жест многократного прикосновения. Зайдите в настройки телефона. Далее выбираем пункт «Универсальный доступ». Далее пункт «Касание». Затем функция Assistive Touch. Вверху нажимаем «Править». Возле названия созданного вами жеста появился красный кружочек с белым минусом в нем. Коснитесь его, появится красная кнопка «Удалить», коснитесь ее, и ненужный более жест будет удален. Вернитесь в самый главный раздел настроек телефона. Надеемся, что это видео было интересным для вас, и вы узнали о еще одной полезной возможности вашего айфона. Подпишитесь на наш канал, для того чтобы не пропускать подобные инструкции, и поделитесь со своими друзьями. А в игре Hamster Combat, по-нашему «Хомяк», люди продолжают зарабатывать монеты, которые затем можно будет обменять на настоящие деньги. Не упустите этот шанс, чтобы потом не было мучительно обидно. Ссылка на вступление в игру в описании под этим видео. До новых встреч!